Российский триколор, как и государство в целом, пережило немало. Символ нашей страны, появившийся еще при Петре I, был возрожден в 1991 году. А спустя 3 года появился указ, согласно которому День государственного флага стали отмечать 22 августа. Теперь в эту дату по всей стране проводятся праздничные мероприятия. Одно из них – акция «Мы граждане России», к которой присоединились и омичи. Специалисты регионального центра патриотического воспитания молодежи провели познавательные лектории о символике нашего государства в лагере «Лесная поляна», где в эти сроки проходила профильная смена российского движения школьников. Важно ребятам знать и чувствовать себя причастными к этому большому российскому празднику, потому что, конечно, нам важно прививать ребятам любовь к нашей большой великой родине. Нам важно, чтобы все ребята были большими патриотами нашей страны. Астраханский Кремль, курган Бессмертия в Брянске, космодром Восточный, родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде, Тульский музей оружия, Омская крепость. Ребятам рассказали об этих и многих других достопримечательностях разных уголков нашей страны в коротких видеороликах. Также мальчишки и девчонки посетили увлекательный урок в неформальной обстановке, на котором познакомились с символами российского государства, а также услышали историю о создании флага, герба и гимна своего родного края. Я узнала, как правильно расшифровывается наш герб Омской области. Я не знала, что вот эти маленькие значки имеют несколько значений, это регион, каждый район. Мне очень понравились видео, я узнала очень много нового о регионах нашей страны, очень много познавательного и очень много интересного рассказали в этих видео. Что больше всего запомнилось? Больше всего мне запомнилось, как рассказывали про Омскую область, а именно про Омскую крепость. Завершилась же встреча в Лесной поляне вручением памятных подарков. Школьникам раздали раскраски «Мы граждане России», состоящие из набора карточек с историей и главными народными объектами всех 85 регионов нашей страны. Мы